Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать свой отзыв о такой малютке. Это от фирмы Atopal MLE крем. Здесь, если не ошибаюсь, было 10-8 миллилитров даже. Я его, по-моему, получила в какой-то из коробочек разных средств iHerb. И что могу сказать? Это крем на мультиламинарной эмульсии для того, чтобы восстанавливать липидный барьер вашей кожи. То есть его отлично использовать, если вы прошли какой-то курс пилингов, например, или какой-то вот у вас очень жесткий продукт на основе ретинола. Это отличный вариант для того, чтобы убрать вот эту вот раздраженность вашей кожи от этого воздействия. Был такой густоватый, я его использовала на ночь зимой, и у меня с утра была такая как бы, ну, ощущение напитанной кожи. У него запах нейтральный, но он густоватый, его как бы чуть-чуть тяжело разносить, но в принципе, если его чуть-чуть пальцами разносишь, то от тепла рук как бы он нормально разносится по коже лица. Действительно, глубокое увлажнение кожи, как по мне, ну, мне так показалось, но у меня комбинированная кожа. То есть я его наносила на все лицо и зимой именно. И мне хватало этого средства, этого крема именно в этот период. Вообще, полноразмер этого крема это 100 мл. Стоит порядка $20. В принципе, для такого объема это неплохо. Крем действующий. То, что он заявляет, он и делает. И ну, мне было интересно попробовать. Не буду ее покупать полноразмер, но, возможно, когда-то, если буду делать жесткие пилинги, то что-то подобное нужно будет покупать. Интересует, пробовали ли вы этот продукт, насколько наши мнения совпали. И спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на канал и всем удачи, пока!